Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя Audi. По мнению СК, он был пьян. Результаты жуткой аварии в столице. Один человек погиб, несколько травмированы после столкновения легкового авто с грузовиком. ДТП произошло около 2 часов ночи на перекрестке улицы Кабушкина с Партизанским проспектом. По информации ГАИ, Audi 100 врезался в попутный МАЗ, который остановился на красный сигнал светофора. Людей из салона пришлось доставать специалистам МЧС с помощью специнструментов. По уточненной информации СК, всего в машине находились водитель и 3 пассажира. Один из них, 23-летний парень, погиб. Автомобилисты и еще 2 пассажиров госпитализированы. Шофер МАЗа не пострадал. Установлено, что водитель Audi лишен прав до марта 2021 года за пьяную езду. Причины автокатастрофы выясняются. В это же время дорожная милиция предупреждает об опасности тумана и гололедицы, которые сохранятся в ближайшие дни. В сложных погодных условиях следует быть предельно внимательными и соблюдать безопасную дистанцию.